Всем приветики, мои секретики! И вы сейчас на моем канале Секрет Тока. И сегодня я вам покажу, как мы поедем на поезде к родителям Лео. Я еще с ними ни разу не виделась в реальной жизни, только виделась по интернету, и Лео мне о них так немного рассказывал. Но я хочу познакомиться с ними поближе, так как все равно мы уже пара и как бы пора. Так что давайте не будем затягивать и поскорее начнем. А также с нами еще поедет и мой младший брат Майк. Лео, ты проснешься или нет? Просыпаюсь, да. Давай, вещи уже пора собирать так-то. У нас час остался уже до выезда. Сейчас. Давай. Привет, мам, привет, пап, привет, Майк. Привет. Привет, дочурка, привет. Всем здравствуйте. Здравствуй, Лео. Здравствуй, Лео. Здорово, ты бык или корова? Ладно. Так, ладно. Да ничего. Молодец, пацанчик, учись. А сейчас поехали с нами. Ура, ура. Ой, ладно, оставляю его тебе. Да, мы постараемся за ним с Лео присматривать очень хорошо. Ну, давайте, гадайте. Что ты говоришь? Да так, ничего. Ладно. Так, в общем, мы поехали. Да, хорошо. Удачной вам дороги. Веселитесь и отдыхайте. Спасибо. Спасибо. Так, Лео, заберешь чемодан? Да, конечно. Майк, пойдешь сам. Ну вот, опять смогу идти. Подожди, еще не иди. Ладно, все, пока-пока. 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 Так, все, мы пришли в самый ближайший магазин. Пойдем здесь закупаться? Да. Так, значит, Майк, мы тебе даем сумочку. Мы сейчас будем подходить к тебе и собирать в эту сумочку еду, которую будем брать в поезд. Хорошо. Так, что же взять? Конечно же, я возьму свою любимую кока-колу. Майк, держи. Что мне взять? Я возьму, наверное, вот такое молоко. Майк, держи. Так. Что же взять? Возьму шоколадку. Еще игрушечку. Еще-ка я возьму аузика. Класс. Еще возьму-ка я вот это. Так, я все собрал. А мне что? Ой, точно, тебе же сок забыли. Сейчас, тебе с трубочкой или в стакане? В трубочке. Окей. Так, в трубочке я неправильно сказала, в коробочке. Вот, все, держи. Спасибо. Все, пойдемте уже, а то мы сейчас опоздаем на рейс. Мы уже все купили. И, кстати, что-то как-то дорого все обошлось. Ладно. Наверное, снова завысили все цены нам. Все, мы уже зашли в купе. Сейчас будем разбирать наши вещи и уже, получается, искать себе места, где будем спать. Здесь хочу. Нет, здесь. Так, все, успокойся, Майк. Сейчас мы найдем тебе место. А что это у тебя на голове? Шапка. А что это за шапка такая? Да пустая шапка, какая была. Такую взял. Ясно. Значит, я буду спать на втором этаже. А я тут на втором. Нет, Майк, ты еще маленький, чтобы спать на нем. Я не хочу, чтобы ты потом ночью упал. Да я не упаду. Конечно. Нужно все равно осторожно. Поэтому ты будешь спать снизу, вот тут. Ладно, не обижайся, Майк. Я тебе дам поспать наверху, но только с моим разрешением. Хорошо. Так, теперь все, давайте раскладываться. Стой! Так, Майк, ты что делаешь? Прыгаю. Не надо прыгать. А почему? Потому не надо, я же сказала. А почему потому? Не задавай глупых вопросов. Это не глупый вопрос. Так, все, Майк, ты меня замучил. Лео, что? Хай! Хай. Что делать будем? Я не знаю, что ты предлагаешь? Покажи тебе свою шапку. Да я... ладно, показывай. Лишь бы ты чем-нибудь занялся. Вот какая. О, это такая какая-то киска? Да, это шапка-кишка. А как ее зовут? Не знаю, никак. Это же шапка. А, вот как. Ладно. Очень приятно познакомиться с шапка. Мя-мя-мя. Она же шапка. Почему она тогда говорит? Это я говорил. А,
Ну да, я совсем, наверное, отстаю от моды. Так, Лео, у нас проблемы, а точнее ЧП. Что за ЧП? К нам еще какие-то бабушка с дедушкой заселяются. Чё? Копчо. Так, Лео, займитесь чем-нибудь, пускай Майк не будет орать, пожалуйста. Я не хочу, чтобы он показался таким невоспитанным при чужих людях. Ну окей. Без проблем. Так, ладно, все, по своим местам. О, мы в полицию играем? Ну, не совсем в полицию, но ты знаешь, как в нее играть? Да. А, ясно. Там, что ли, нужно так же на свои места, что ли, прятаться какие-то? Нет, там кто-то повторяет преступника, он должен... А кто-то полицейский, и он убегает. Так, все, стоп. Стоп, пожалуйста, Майк, я все понял, спасибо большое. Ой, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, ты бык или корова? Мама. Майк, о нет. Ой, какой смешной мальчик. Ты познакомься с ним, Артемка. Я думаю, он тебе понравится. Но... Ты что-то попутал, по-моему, Батшан? Ну... Что, слова у него запаса не хватает? Майк, пожалуйста, зачем? Не надо, ты же... А что такого? Да так... Я не знаю, как ему это объяснить, Лео, что делать? Ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Давайте подумаем. Да, давайте подумаем. Здравствуйте, можно с вами поближе познакомиться? Конечно, можно. Как вас зовут? Силия. Очень приятно. Я Маргарит. Вы куда едете? Мы на север едем. Ого, вам еще тут 3 дня целых ехать. Да, но ничего, уже стемнело. Кстати, нужно свет включить. Да, нужно свет включить, это совсем уже ничего не видно даже в этих очках. А мальчик-то у вас такой хорошенький, воспитанный, я вижу. Да, еще какой, вообще классный очень. Да, повезло вам. А вот мой вообще даже привет сказать не может. А это такой храбрый. Молодцы, что воспитываете такого сына хорошего. Да, сына. А что-то не так? Я попутала? Это на самом деле мой брат. А, брат, простите. Ну ничего, просто так похож на вас. Да, спасибо огромное. Ой, ладно, уже пойду спать. Спать? О, нет. Это точно сейчас будет капец. Сопли. Майк, иди ко мне. Не хочу. Ну, пойдем. Нет. Ну куда ж ты? Подожди. Спать хочу. Спать? У него что, насморк? Блин. Ладно, если что, вылечим там. На севере? Ну да. Но Силе как бы на севере, между прочим, холодно. Ладно, давай не будем зацикливаться. Сейчас нужно лечь поспать. Да, я тоже так считаю. Иго-го, иго-го! О, боже, вот это, собственно, петух появился. Ого, как же ты похож на петуха. Молодец, мальчик, всех разбудил. Ага, я такой. О, господи, ну зачем будет? Тихо, тихо, дорогой, иди ляж уже. Ох, опять. Силе, я хочу есть. Иду, иду. Извините за беспокойство. Да ничего, ничего. Так, что будешь есть? Я хочу шоколадку. Шоколадку? Мы не покупали шоколадку. Я купил. В смысле ты купил? Ты положил в корзину? Да. Ну ладно, что же поделаешь. Буду тебя с ним весь день, всегда. Так, Лео, просыпайся, уже пора завтракать. Окей, ща. О, доброе утро, малыш. Сейчас ты малыш. Ой, доброе утро. Ну ладно. Ой, а откуда у нас арбуз? Я купил. Ты купил? У меня деньги были от коня. Ясно. Иди. И от коровы. Да, все понятно. Съем арбуз. Это мой арбуз. Прости, малой. Я не малой. Ну,
Извини, пожалуйста. А я же умно буду читать. Ты умеешь читать? Да, я умею читать. Короче, ешь уже. Окей. Опять ты свою кока-колу пьешь? Ну, ты же говорил, что уже сядешь наконец-то на диету. Ну, Лео, нельзя же столько много неполезной еды пить, есть. Просто зачем, Лео? Ну, просто мне нравится очень сильно эта кока-кола. Ну, правда, сильная, но она очень вкусная. Ай, ты сама шаурму купила. Ну, шаурма не такая неполезная. Я в интернете читала, то, что кока-кола полезнее, чем ваша эта шаурма всякая. Ладно, все, иди. Посижу-ка я в Инстаграме. Инстаграме? Ну да, что? А я тоже хочу. Ну давай вместе посидим. Да! Так, ну что тут у нас? Вау, посмотри. Так, ну что же. О, можно же отдать эту машинку Майку, и у него будет чем заняться. А это хорошая идея. Майк, хочешь поиграть? Возьми вот эту машинку и кошку. Нет, не хочу. Мы в Инстаграме сидим. Ничего себе. Лео, это ты его такому научил? Ну да, что? Должен же уже начинать когда-то познавать взрослый мир. Ему только 5 лет. Ну ничего, да? Да. Вот видишь. Ой, ладно, делайте, что хотите. Ой, хахашечкой пахнет. Фу, Майк, Силья, где что-нибудь, какая-нибудь брызгалка? Кто здесь знавонял? Что здесь происходит? Что за свинарник? Да сам не знаю. Да что вы не паетесь? Все пойдет. Надеемся. Ой, надо в туалет. Что тут так шатает? Майк, ты где был? Мы тебя уже с Лео просто обыскались. Я в туалет пописал. Тихо, ты потише говори, тут же люди другие посторонние есть. Ой, да я все равно ничего не слышу. Если бы не слышали, не говорили бы сейчас это. Ой, простите, пожалуйста. Так, а ты руки помыл? Нет, там нет раковины. Как это нет раковины? Я не знаю, как-то нет. Ну, в это я не верю, в каждом поезде есть раковина. А посмотри вот рядом, что с унитазом. Вот сейчас и посмотрю. Ладно, идите, идите. Ну и где, ты говоришь, раковины нет? А там не было ее. Не было? Нет, это Мэджик пришел. Ну, ты, конечно, уже ТикТок пересмотрел, что ли? Ну, да. А, ну, так по тебе и видно. Столько слов новых знаешь. Так, ну что ж, а теперь мой руки. И сок попьешь сначала. Давай-давай, тщательно мой. Окей, все. Ну и хорошо. Теперь можем спокойно идти. Да. Подожди! Ну и на этом наш видеоролик подходит к концу. Если он вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а также ждите вторую часть с этой поездки в поезде. Всем пока-пока и до новых встреч!